Okay. Я отдаю сегодня my brother-in-law, Alex. I think it's time for you, Alex, to go. I think it's time. Да, женим последнего. Не знаю, что он себе думает. Продержался само больше, да. Я ему завидую. Is Alex? Саня, я тебя знаю уже 12 лет, я очень рад за тебя, то, что ты познакомился с Оксаной, и, ну, уже теперь, you're moving up to, like, the next, I guess, next step in life, so I'm very excited for you, and I guess maybe one day we're gonna have to sit down, и ты мне расскажешь, как вообще это есть в семейной жизни. Give me some tips. Alex, where are you, man? Like, it's already time to go, and what's going on? Саня, ну где ты уже? Сколько у нас без 25:10? Ну, ничего, мы тебя подождем. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Nights would seem so long. With you I see forever all so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I've never asked for more than you. Our love will lead a way for us, like the God.
shining star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you. Просим благословения на этот день. Аминь. Пусть Твое имя будет прославлено, Господь. Аминь.
дорогие мои братья и сестры церкви, все, которые приглашены на этот брак, написано, что без него мы не можем делать ничего сегодня. Мы имеем торжественное бракосочетание в городе Норфорк, и Библия подмечает, что однажды был брак в Кане Галилейской, и был сван Иисус. И когда что-то недохватало, не хватало, Он восполнил это. Давайте сегодня, стоя на наших ногах, не только для нас нужен Иисус, но нужен Иисус для вас. Нужен Иисус сегодня для вас, дружки. Нужен Иисус для вас сегодня, подружки. Нужен Иисус для нас, как для церкви. Аминь. У вас уже должно такой адреналин здесь быть. Особенно у дружков, когда, посмотрите, какие красивые сестры стоят на подбор. Дружки тоже хорошие сестры. Так что у нас все нормально, все благословенно. Я надеюсь, что сегодня благодать Божья, она будет присутствовать на этом месте. Потому что всегда те дети Его, те, которые призывают имя Его, там благословение. Те люди покараются Его Слову, там присутствие самого Слова. Слава Богу! И для этого радостного дня долгие-долгие годы готовился Алекс. Спросим сегодня Сергея, отца, жениха. Сергей, вы даете благословение для своего сегодня сына? Последнего, который вы отдаете. Сын старости, да? Наконец-то он признал, что он старый. Наконец-то сразу слышал умные слова. Вы благословляете. Еще раз я хотел бы знать, благословляете. Благословляете, но это не значит, что он заберет меня. Ну мы потом разберем. Я буду приходить и дети, и внуки, и все будут приходить к мне. Одни растраты, да? Благословляйте. Слава Богу. Церковь, вы благословляете. Сколько мне известно, насколько мне известно, он почти дотянул до Якова, чуть-чуть не дотянул. Это взяло его общей сложности. Я несколько раз подходил. Взяло 6 лет, чтобы добиться, чтобы Оксана с ним рядом стояла. 6 лет от начала до конца. И когда он подвел к нему, подвел к себе Алекс. Вот вел Оксану, за которую ты вел 6 лет борьбы. Не досыпал, видишь, и полысел. Столько переживаний было. Согласиться, не согласиться. Дружки тоже посидели, полысели. Зная на цара Алекса, который увенчал его мать. День бракосочетания. А вы скажете, а где венец? А где венец? Венца-то нету. На голове-то нет венца, посмотри, возьми, если нет. Оксана, насколько я знаю, ты сегодня подходишь по всем стандартам, чтобы быть венцом для мужа своего. Насколько я знаю, если что, Мария и Василий, можете сказать да-да или нет-нет, что она у вас добродетельная. Добродетельная? Даже очень. Сестра Мария, добродетельная? Вот вы получаете сегодня, сестра Мария, написано, что мать увенчала его. Вот все эти годы, которые сынок выходил, входил, вот, не раз говорили, женись. Может быть, говорили, посмотри на ту и на ту, посмотри, по штатам приедь. А он смотрел на одну, которую добивался все это время. И это венец сегодня. День бракосочетания. Почему-то Библия вот отмечала. Так что, Алекс, двери мамы для тебя всегда должны быть открыты. И мама у тебя мудрая жена. Она не будет учить, как жить. Она будет просто радоваться, уходя, чтобы видеть венец на голове твоей. Пусть твое самодействие к ней будет направлено, чтобы она без слов понимала, что ты любишь. Чтобы она, без того, как ты только вошел в хату,
Она просто настанула. Встречала тебя уже с радостью и с любовью, чтобы ничто не разделяло и не отделяло. Пусть Господь благословит. Я не сильно так знаю, как знают родители, но она прекрасная, она хорошая. И ты эту красоту, ты заметил ее, ведь ты заметил ее внутреннее состояние. Ведь ты, Саша, женишься не на фигуре. Оно все поменяется. Обычно я, яка теща, такая будет и... Как два камня, камень камни. Когда их начинаешь тянуть чуть-чуть, то что появляется там? Искры. Но ничего страшного, когда не притянутся все. Когда храм Соломона, он строился уже без стука. Там не слышно было ни молота, ни тесла. Где-то за эти 6 лет точно ковались уже. Все, а пусть ваше дальнейшее строение будет не слышно ни стука, ни молотка, ни удара, никаких злых или плохих слов. До этого папе повиновала с мамой, а сегодня Бог говорит, так и некогда жены украшали себя, повинуя своим мужьям. Саша, грудь расправ. Скажи, я буду повиноваться тебе, Алекс. Как своему мужу. А я, муж, буду любить себя, как свою будущую жену. Микрофон ему будет. А я буду любить тебя вечно. И когда Иаков благословлял Иосифа, то он говорит, благословение отца, оно превышает благословение гор древних и холму приятный. Благословение отца, отцы, благословляйте ваших детей, благословляйте. Евреи мудрые, они благословляют у меня самых ценных и самых хороших, и самых успешных. Благословляйте, сегодня дано вам время. Преклонитесь пред лицем Господа, склонитесь на колени, и вы отцы. There must be a God, I believe it's true, 'cause I can see His love when I look at you. And He must have a plan for this crazy life. Благословляйте. Мы сегодня как церковь нуждаемся, чтобы благословение неба оно было над ними. Отец Небесный, мы славим Тебя, Господь, мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе славу и хвалу, что Ты, Господи, делаешь сегодня в жизни этих молодых людей, которые Ты их сегодня соединяешь, Боже Святый. Но пусть Твои руки будут, Господи, руками несущими, благословляющими и устрояющими. Благословение Твое, оно обогащает и печали с собой не приносит. Пусть, Господи, благословение Твое будет в лице тех, которых Ты дашь им. Пусть благословение Твое наполняет и устроит их жизнь. I do. You see these hands you hold will always hold you up. When the strength you have just ain't strong enough. And what tomorrow brings, only time will tell. But I will stand by you in sickness and in health. 'Cause I have never been so sure of anything before like I am in this moment. Целовались в жизни, да? Что они? Честно, нет, да? Слава Богу. Дается вам право сегодня первый раз в жизни поцеловаться. Хорошо так поцеловаться. Пусть Бог благословит. А мы определим первый раз или не первый раз. Саша, благословляйте. Поцелуем сегодня. Засчитаем или не засчитаем? Не засчитаем.
Да будет Господь с вами. Мне кажется, первый раз, да? Слава Богу. Мария, жена моя, подойди, мы устраиваем их. Cause I have never been so sure of anything before like I am in this moment here with you. And now for better or for worse, I'm so much more than only words. And I pray every day will be the proof that I mean what I say when I say I do. Yeah, I mean. You make me wanna say I do.
Также, чтобы Иисус Христос был на этом браке тоже, чтобы Он благословил наших молодых, чтобы Господь благословил наше общение, чтобы благословил эту пищу, чтобы мы все разошлись славой Господа. И мы попросим у Игоря Симончика закончить молитву, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, все гости, присутствующие, мир Божий вам. В Библии написано, что без меня не можете делать ничего. Это значит даже вкушать пищу. А всякую пищу, которую мы вкушаем, Писание призывает вкушать с благодарением. Я хотел бы прежде всего поблагодарить молодых за эту возможность собрать нас здесь вместе. Алекс, Оксана, благословение вам. Мы looking forward for everything that's going on right here. Пусть Господь благословит. И давайте мы просто всем вместе призовем имя Господне. Попросим благословения на эту пищу, и мы ее готовим. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя и славим. Занимайтесь свои места, пожалуйста.
wish you a happy marriage. We wish you a happy marriage and many, many turds. Wow. Можно им кушать straightforward. Евену шалом алейхем. Евену шалом алейхем. Евену шалом алейхем. Евену шалом, шалом, шалом алейхем. Вау, проходите. Сказал Господь, и потому все люди ищут на земле любовь свою, свою. И где-то ходит по земле, еще совсем не зная обо мне, та, что от Бога мне дана, любовь моя, моя. Придал Господь ее ко мне, забилось сердце трепетно во мне, и я узнал ее душой. Ты ангел мой, ты половинка лишь моя, ты самая прекрасная. О Боже мой, все это сон, но я влюблен, влюблен. We love you guys. We love you.
Здравствуйте. Их группа начинает работать. И сегодня они уже
Там, по-моему, написали такой огромный диск, я так видел, мне показывали они. Не знаю, видно. Или вы сегодня будете сбор делать, знаете, на диске или что, чтобы размножить. Какой же у вас по счету этот диск? Только первый. Это только первый, за 16 лет. Да. Но, видно, большая работа была над этим диском, да? Той красоты внутренней, которую вы вложили с детства. Благодарна, что мы выросли такого романтика, такими сюрпризами, и я просто очень счастлива. Бывает труден путь порой, бывает нету сил идти. Молитесь Господу тиши, и Он поможет все пройти. Желаем счастья!
любви, здоровья и удачи. Пусть станет жизнь каждый день на радость и богаче. Счастливых встреч, успешных дел, улыбок и надежды. И пусть все будет впереди прекраснее, чем прежде. Саша, сильно-сильно счастливы этим днем, когда случилась твоя свадьба. Очень все красиво, твоя свадьба одна из самых лучших. Алекс, ты настоящий друг, я очень ценю те моменты жизни, когда ты реально подставлял мне свое плечо. Я думаю, будем дружить дальше, с семьями общаться. Все, ты уже в нашем клубе. Я доволен своей женой. We married. And я думаю, ты будешь доволен не меньше своим. God bless you. Мы стоим рядом, мы сегодня вместе. Вам улыбки даря, близкие друзья. В этот день прекрасный, все вас поздравляю. И желаю счастья на долгие года. I see all the reasons why my life's worth a thousand skies. You're the simplest love I've known, and the purest one I'll own. No, you'll never be alone, my baby. I could fly, and because of you, I don't have to wonder why. I don't know if you guys understood the game. Я не знаю, ли вы до конца поняли эту игру, то есть, если больше денег лежит под моим именем, значит, кейк будет у нее в лице. Так? Пожалуйста, my side of France, if you appreciate my friendship with you, would you please help me and help them. Who is actually winning right now? Sana. How do I explain that smile and how it turns my world around, keeping my feet on the ground? Yeah.
Я дуже радий, що ви всі відкликнулися, прийшли сюди. Я прошу вас разом зі мною звершити молитву подяки Богу за цей хороший такий благоприятний час, проведений тут на цьому місці. Прошу, встаньте до молитви. Слава тобі, любящий Отець, я дякую тобі, Господь, за те, що ти присутствував тут з нами, за те, що ти зміг чути наші молитви, за те, що ми у серцях своїх, співаючи, граючи, прославляли і тебе на цьому місці, Господи. У нас єдина є ціль, щоб ти заставався з нами. Скільки ми будемо на цій землі жити? Уважаемые Оксана и Алекс, я вас поздравляю. Я очень рад за вас и хочу пожелать вам, чтобы вы ценили и уважали друг друга. Как написано в Библии, почитай один другого высшим себя. И чтобы каждый из вас видел в другом Иисуса. Оксана, когда Алекс будет приходить домой, ты жди его, как будто сам Христос придет домой. Так же само ты, Алекс, чтобы ты, когда приходишь, видел в вашем доме, что это сам Христос тебя встречает. Будьте благословенны. Саня, Оксана, вітаємо вас з днем, з народженням вашої сім'ї. Бажаємо всього найкращого. Любіть одне одного, бережіть одне одного. Нехай вам Бог благословить і дасть діток, і все найкраще. Вітаємо вас, ми за вас щиро-щиро раді і віримо, що ваше життя буде чудове, світле, наповнене найприємнішими моментами і всього саме-саме найкраще. З Богом у новий путь! Алекс, ты сегодня забираешь меня в мою сестру. Не только мою сестру, но мою часть моего сердца от меня. Она всегда нашу семью держала вместе. И всегда нашу семью, она просто была центр and a cornerstone of our whole family. Ну, это не все. You better treat her nice. И когда я приду проверить, she better not have any complaints. Понял? But nothing bad. Anyways, I love you guys. And Оксана, thank you for all that you have done for us. And just God bless you guys, because you guys are amazing. So happily forever to work. Into a new disaster, so I run to you, I run to you, baby. When it all starts coming undone, baby, you're the only one I run to. I run to you. Саша, мы за тебя сильно рады, благословляем тебя в эту новую жизнь, желаем тебе всего самого хорошего, Божьих благословений, не подводи нашу семью, мы очень рады за тебя. Саша и Оксана, я вас, конечно, поздравляю с этим прекрасным, замечательным праздником, который вы совершили вместе. Божьих благословений, пускай его благословит, и пусть Божье благословение сопровождает вас на протяжении всей жизни. Благословить ваш вход, выход, детей будущих, все, во всем да будет Бог. Саша и Оксана, мы очень рады за вас и поздравляем. И да благословит вас Бог о источниках верхних и нижних. В это поздравление, пожелание, все включено. Да благословит вас Бог.
ты женился, чуешь? Оксанко, дорогенька, миленька, я тебе поздравляю, благословення тобі бажаю з Сашем. Жити в мирі, спокійно, щоб вас Бог благословив, всього на краще. Пусть вас Бог благословить. І постійно будьте веселі, життєрадісні, як сьогодні. От Оксаночка, доченька ти мілая, ти входиш в нову сім'ю, і сльозу удержує силою і тривоги за судьбу твою. Вспоминаю, как тебя растила, ночи сколько не доспала, пеленала, на руках носила, чтоб ты счастлива была. Годы словно тучи улетают, берегите вы любовь свою. Даже не успела оглянуться, как тебя я замуж отдаю. Чтобы жизнь не стала вам лютой, скужей, будьте со всеми ласкова, мила. Слушай так, чтоб мать твоего мужа и тебе она матерью была. Ведь захочешь ласки ты от Саши, будь всегда внимательна к нему, будь ты с ним добрее и милее. Помни, в жизни все трудно одному, и в делах друг другу помогайте. Только помните, доченька, о том, сделал больше кто-то, не считайте, ведь окупится в войне потом. Жизнь не тратьте внимание на споры, вместе вам одной путем идти. Он тебе, а ты ему дорогу уступай на жизненном пути. Чтобы счастливы вы были, и тогда спокойнее будем мы. И еще вас очень-очень просим, папе, маме, приезжайте вы. Пусть вас Бог благословит. Все? Алексей, Оксана, я рад, что вы пригласили меня к вам на свадьбу. Я очень рад. Алекс, очень много воспоминаний, когда мы еще там раньше давно вместе дружили. И было очень интересно. Было очень интересно провести с тобой последний день. Желаю вам, конечно, любви. Пускай в ваших сердцах постоянно живет просто любовь и мир Божий постоянно заполняет вашу жизнь. И вы раньше были одни, теперь вы вдвоем. Я верю, что вы еще в два раза сильнее, и вы сможете просто сделать все то, что Бог положил вам на сердце, и просто благословение вам во всем. Оксана, желаю вам всего самого счастливого, Божьих благословений, чтобы в вашей жизни все было хорошо и суперово. Love you guys. Оксаночка and Alex, I love you very, very much. I'm so crazy excited for you, but just don't forget to invite me over all the time, and I love you so, so much. Thank you. Я скажу, что это один из самых таких благословенных памятных дней, когда ты искренне счастлив за друзей, которые приобретают двойное счастье. Поэтому, слава Богу, быть частью этого события. Великолепно. Мое сердце просто переполнило радостью. А я, честно сказать, не ожидал такой огромной любви получить от Бога. Во-первых, а во-вторых, от нее. А просто сильно счастлив. Alex and Оксана, I'm very thankful that you invited me to your wedding, and that I'm glad to be a part of your wedding, that I can help out with the camera and driving the videographer room. It's going to make a very wonderful video. I hope you have a very blessed future life. Hope you have fun on your honeymoon, and that your life ahead is full of love and God's love and beautiful children ahead. May God bless you both. I'm not afraid to
завжди ти і я пересічними. Нас не назвати, нас чекає далека земля вже давно. Відчинено грати ти і я. Є не всі, є завжди ти і я, до одної мети. Ми разом ідемо час від часу, дорога важка та зі шляху свого не звернемо. Ти і я, ми завжди будемо поруч. Ти і я, ми йдемо пліч-опліч. Ти і я, ми всі гори зрівняємо. Якщо ми разом, ти і я. Ти і я. Є завжди ти і я, як ми разом. Нам будь-чики сили чекати. На часу нема, вже готові злетіть наші крила. Ти і я, ми завжди будемо поруч. Ти і я, нас ніщо не здолає. Якщо ми разом, ти і я, ми йдемо пліч-опліч. Ти і я, ми всі гори зрівняємо. Якщо ми разом. Якщо ми разом, ти.